Дорабалар доготтар, үте көнінен. Здравствуйте, друзья, добрый день. Беги тарабы тылбытын өреттені хэбит. Мы продолжаем наши занятия на родном языке. Бүгін беги хангарцы хэпыт көтердер тустарына. Тема сегодняшнего урока – птицы. Игиллен, өйдем хангалары. Слушайте и запоминайте слова. Кас. Кас – гусь, куба – куба – лебедь, кулук – кулук – чайка, когас – когас – гагара, курпаски – курпаски – куропатка, кус – кус – утка, кусогото – кусогото – утенок, куюкен – куюкен – гусенок, кырт – кырт – ястреб, лянкей – лянкей – полярная сова, халтай – халтай – воробей, хар – хар – махноногий конюк, хёк-сёк – хёк-сёк – турухтан, хор – хор, ворона, хэмсак, хэмсак, трясогузка, тараки, тыраки, длиннохвостый поморник, укарбатчи, укарбатчи, кулик. Аны, оңырок под предложение ларда, а сейчас составим предложение. Талактарга олороллар курпаскылар. Талактарга олороллар курпаскылар. На кустарнике сидят куропатки. Кастар көттүлер. Кастар көттүлер. Гуси улетели. Бу кус огото. Бу кус огото. Это утенок. Хэмсак ирэта игилинне. Хэмсак ирэта игилинне. Слышно пение трясогузки. Куба баской. Куба баской. Лебедь красивый. Бюгун беги. Хангарыстыбыт көтердер тустарынан. Сегодня мы поговорили на тему птицы. Урок путбютте. Нячаскан доготтор. Урок закончился. До свидания, друзья.